Всем привет! Сегодня к нам на анбоксинг и краткий обзор попал Irbis SP402. Давайте распакуем его и посмотрим, что он из себя представляет. Попал он к нам в такой упаковке. Экран у него 4.0, с диагональю 4.0, камера 5 мегапикселей, основная фронтальная 2 мегапикселя, Android 8.1.0, процессор 4 гигабайта, 4-ядерный процессор, встроена память 4 гигабайта, оперативки 512. Приступим к аппарату. В комплекте мы видим сам телефон, наклеечки, блочок с выходом 5 вольт на 1 ампер. Кабель micro USB, аккумуляторная батарея, емкостью 1400 мАч. Инструкция и гарантийный талон. Приступим к телефону. На правой грани у нас находится кнопка включения и качелька регулировки громкости. На верхней грани у нас расположился разъем 3,5 мм джек и разъем micro USB. На левой грани у нас ничего нету. Снизу у нас находится разъем для микрофона, получается. Вывес для микрофона. Ну и сам непосредственно микрофон там же находится. Под крышкой у нас находится два разъема для сим-карты и слот для карточки microSD. Также у нас здесь находится камера и светодиодная вспышка. Полифонический динамик находится внизу. Здесь у нас тоже также снизу находится микрофон. На лицевой части у нас находится камера, разговорный динамик и три сенсорные кнопки для управления. Здесь у нас фронтальная камера 2 мегапикселя, основная 5 мегапикселей. Хочет у нас телефон без Wi-Fi подключаться. Ну, а на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите, на что еще снять анбоксинг или обзор. Пока!